вообще нравится ваш стадион? Да, нравится. Вы там и зимой, и летом играете? Да. Стадион ваш посмотрели, он мне понравился, но я думаю, что все-таки наш стадион покруче, как в Москве. Знаешь что, Новый год, я думаю, что классным подарком вообще от Локомотива, от всех нас, будет поездка на матч тебе. Поедешь там с мамой, с папой, с кем тебе удобно. Приезжай, посмотришь. Я думаю, даже сделаем так, что ты выведешь кого-то из игроков на поле. Привет. Как дела? Очень приятно. Как тебя зовут? Ярослав. Привет, очень приятно. Гиля. Ну что, поехали познакомим нашу базу. Да? Давай, я тебя покажу там все. А ты тоже вратарь? Пойдем тогда, я тебя покажу. Столов. О, Тарас. Умеете. Здесь врач, здесь массажист. Но лучше здесь никогда не. Лучше без травм. Правильно? Пойдем сейчас покажу, где я живу. Вот, это наш друг. А где Майкон? А я обычно живу с Майкон здесь. Они наши физиотерапевты, которые по индивидуальной работе с нами. Я тебе подарок сделал. Сейчас, секундочку. Вот мои перчатки. На память. Пошли на тренировку. Пошли. Вот как. Ты со мной на поле выйдешь? Да. Вот тогда увидимся там на стадионе. Мы пришли с ребятами на где выходят футболисты. Сначала вышел Спартак, а потом вышел Локомотив. Хотел сначала меня взять Ари, потом он увидел, что впереди стоит мальчик без никого, и он это увидел и пошел к нему. Потом пошел Гилер, и он не увидел меня сначала, а потом увидел и спросил, как у тебя дела. Я сказал, хорошо. Потом мы пошли на поле. Я очень сильно волновался. Много камер, я боялся. Сначала я не мог найти маму на трибунах, потом нашел ее или как. Я смотрел на трибуны, либо на землю. Потом я не увидел, что нас всех звали. Все побежали, а я стоял. Потом я увидел, что зовут, и пошел, и отпустил шарик. Потом ты пошел смотреть футбол. Куда пошел? За ворота я пошел смотреть. А ты за ворота же мне Гили смотрел, да? Да. А он тебя видел? Наверное, нет. Он больше в поле смотрел. Ну а потом ты после матча-то Гили подошел? Да, я сказал. Ты молодец, что бил такие трудные головы. Он сказал спасибо
потом он пошел по лестнице. Меня спросил, хочешь я подарю свою футболку? Я ничего не ответила, и он ее подарил. Все покажу. Тебе поверят-то, что настоящий? Могу сказать, это ты купил фальшивку. Думаю, еще будут говорить. Будут говорить, тебе просто ее подарили, а не настоящая. Ну, а ты что будешь отвечать? Скажи, мне подарили дилемму.